Теперь, когда мы выбрались на поверхность, то можем запросить помощь. Если будем действовать быстро, то у людей внизу может быть шанс. За этими заборами находится центр спутниковой связи, который мы можем использовать для связи с военным персоналом, который находится за пределами комплекса. У нас есть такие шансы, а ведь эти здесь безопасности они смогут проводить как безопасное место. Пойдем, Тепс. Внутри находится комната управления спутниковой антенной, но эта дверь закрыта. Если вам удастся найти путь в этот склад, то вы сможете обойти эту дверь с другой стороны, чтобы впустить меня. Я подожду здесь, мне довольно опасно там перемещаться, но вас будет защищать специальный костюм. Yeah!
небольшой15%. Там справа есть комната управления, находится вверх по лестнице. Шарера, пойдемте со мной. Отсюда мы сможем связаться с военными, но кажется, спутник не наведен как следует. Один из вас должен спуститься и прокрутить тарелку. Инструменты в этой комнате помогут правильно настроить тарелку. Как только индикатор покажет, что она наведена, щелкните выключатель, чтобы завершить установку связи. Отлично, теперь у нас должна установиться связь, и я проверю ее. Доктор Келлер! Доктор Келлер, вы меня слышите? Мы настроили канал связи на аварийный сигнал. Держи работа, но нам некогда ждать военных. Мне нужно, чтобы команда немедленно спустилась. Магнитные поля перешли в критическое состояние, и их нужно переустановить. Понимаю, я отправлю их вниз, до связи. Слушайте, я могу подождать здесь прибытия военных, но вы должны помочь справиться с ситуацией внизу, где люди находятся в неизвестности. Вы сделали здесь свою работу, теперь спускайтесь вниз и найдите доктора Келлера. Будьте осторожны, Рома, надеюсь, мы увидимся снаружи.